14-10-93. Ваше место рождения? Шатовский. Образование? Среднее. Вы в настоящее время работаете? Нет. Проживаете по какому адресу? Третий микрорайон, 20-я. Дело рассматривается в мировом суде Буланцова, разъясняем вам ваши права. Вы вправе участвовать в пользоваться услугами защитников, вправе не свидетельствовать против самого себя, а также обжаловать постановление. Права понятны, Михаил Юрьевич? Нет. В протоколе все верно указано? Да. Вы действительно управляли автомобилем человечества? Нет. Что произошло дальше с вами? Я ничего не помню, это больница сочнулся. А где управляли, по какой дороге ехали, в каком направлении двигались? Я не помню. А в каком состоянии вы вчера находились? Я трезв был, просто после аварии ничего не помню. То есть помните, что управляли автомобилем в трезвом состоянии, произошла авария. Угу. Я с Медведевки ехал. Ехали с Медведевки в город Златоуст? Да. То есть произошла авария, очнулись где уже, в больнице? В больнице, да. Вы проходили освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с помощью технического средства измерения, да. С помощью прибора? То есть продували прибор, понятые присутствовали? Нет. Показания прибора вы видели? Да. Сколько были показаний? Не помню. Не помню. С показаниями прибора вы были согласны? Да. По какой причине вы не подписали акты свидетельствования на состояние алкогольного опьянения? Я его лицо подписал. Что давали, я его подписал. Но сотрудники ГИБДД спрашивали ваше согласие с результатами свидетельствования? Согласны вы, не согласны? Я спрашиваю. Спрашивали? С документами, с процессуальными вы знакомились, да? Все видели. А по какой причине вы снова сели за руль? Надо было доехать.